Какие чувства после такой победы, когда еще и сектор газа звучит? Пока непонятно. Ты счастлив? Можно сказать, что такое? Хоть и выездной, но один из самых приятных дней рождения, тем более 30 лет. Да нет, ну конечно, во-первых, 30 лет юбилей. День игры. Мне еще не попадалось, чтобы день рождения было в день игры. И важная такая победа. Даже тут такое чувство удовлетворения.